Автомобиль Toyota Mark II на полной скорости врезался в эвакуатор. Пассажира седана увезла скорая. Улица Вилкова, 5. Автомобиль Toyota Mark II движется по главной, ему наперерез выезжает груженный экскаватором эвакуатор. Столкновение становится неизбежным, и на полной скорости седан врезается в заднее колесо грузовика. Несмотря на то, что водитель эвакуатора ехал по второстепенной дороге, он утверждает, что невиновен, избежать аварии он попросту не успевал. Я ехал по дороге, тяжелая груженная машина, там со скоростью там 10-15 километров в час. Пропустил двух машин, смотрю, дорога пустая. Переключил на первую скорость и потихонечку там начал подниматься. Поднялся, уже когда уже линию проехал, уже там дорогу проехал, смотрю, вылетела там одна машина, там и стукнулась ко мне взад. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, восстанавливая все детали произошедшего. В это время пассажиру автомобиля Toyota Mark II становится плохо, ему вызывают скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики подозревают у молодого человека повреждение грудной клетки и переломы ребер. Его увозят в больницу. Жизни пассажира ничего не угрожает. Для того, чтобы увезти Mark II с места происшествия, придется воспользоваться услугами эвакуатора. Восстанавливать машину предстоит очень долго, если, конечно, хозяин не предпочтет продать ее на запчасти. Водитель седана отказывается как-либо комментировать произошедшее. Молодой человек уверен в своей правоте, ведь двигался он по главной дороге.